Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика «Бесплатные игры». Итак, мы продолжаем с вами волшебное приключение в библиотеке снов. Ставим лайкосик и погнали! Итак, мы с вами, короче, закончили на том, что нашли... Так, где мы ее нашли? Мы нашли, короче, книгу. Вот шкаф. Так, обезьяна опять живая здесь. Я же вроде тебя замудохал. Вот. Нашли книгу, которую не смогли достать. Вот. В комментах вы написали... свои предположения я просил, и одно из предположений в том, что на книгу можно прицелиться. Я почему-то об этом не подумал. Я увидел платформы, короче, и сразу... Точняк! Все проще пареной репы, короче. Хлоп. Видал? Вот. Оказывается, все очень просто. Просто прицелиться и схватить. Вот. Так что наши предположения в обход. А там еще какие-то дырки. Вот. Это все не то. Ладно, окей. Погнали смотреть. О! Отлично. У нас здесь челобрек. У нас здесь один из хранителей получается. Давай. Побеседуем. Что-то там, короче, себе под нос он прошептал. Под нос себе пустил шептуна. И, короче, усё. А, два из трех. Еще один здесь где-то в этой локации. Ну, да, в этой локации еще один где-то здесь есть. Вот. Это похоже на обсерваторию. Видишь, телескоп. И все такое. Окей, это что у нас? Это, наверное, показано, как взаимодействовать с этим хранителем надо было. Вот. Короче, здесь, в принципе, больше ничего нет. Здесь только был... А, вот бумажку пропустил. Здесь только был хранитель. Окей, так. Окей. Но все равно, видишь, есть предположение, что мы вон там не были, видишь? Там вон шарик, который, по которому походу можно ударить. Вон клетка. Вы тоже писали в комментах, что клетка, возможно, там есть какая-то дырка, в которой можно упасть. Вот. Ну, в принципе, здесь, наверное, все. Я так предполагаю, вон тот шарик, по нему ударишь. И, наверное, какие-нибудь платформы начнут двигаться, что ли, фиг знает. Окей, ладно, бог с ним, с этим мы разобрались. Где мы еще не были в этих локациях? Сейчас пробежимся, короче, посмотрим, если ничего не найдем нового, то отправимся уже, наверное, в кошмарики. В зону кошмарных снов. Паучкам и будем смотреть там, потому что мне кажется, все равно сюда надо будет потом возвращаться, когда мы сделаем себе апгрейд, там, перчатки или еще что-то возьмем, возможно, посох, потому что видишь, вот эти крючки, я еще раз повторяю, вот эти крючки, нам по ним не залезть, но вон туда надо бы как-то попасть. Я предполагаю, что, взяв перчатки, мы туда попадем. Так, вот сейчас по низу я вот здесь еще пробегусь. Ну, в принципе, все. Здесь, в принципе, все. Окей, ладно, давайте отправимся, короче, в кошмары.
Здесь у нас все сделано. Макаку можно убить, заработать немножко. Заработать немножко бумажек. У нас там. Нам надо как минимум 300. Так. Ага, там открыто, да? А, ну мы оттуда пришли. Оп. Вон ту штуку нам еще не взяли. Тоже неизвестно, как брать. Но я думаю, это надо наверх залазить. Вот. Нужны перчатки. Ну, короче, окей. Возвращаемся в Nexus. Идем в кошмары. Потому что здесь я все, думаю, что все. Думаю, пока мы тут не сдвинемся с места. Единственная дорога, которую я вижу, это вот лезть по этим крючкам наверх. Вот. Так что идем в кошмарики. Там в кошмариках у нас две локации открыты какие-то, в которых мы не были. Поэтому в магазин я не буду сейчас заходить. Потому что... Ну, да, надо накопить хотя бы минимум... Хотя бы минимум 300 надо накопить. Погоди, а вот по этой штуке я могу ударить? Нет? Окей, ладно. Так, тут дверь. Ну, по-моему, сюда. Вон там еще наверх, видишь? Там какие-то свечения. Ну, по-любому. Я думаю, вот в этих кошмарах мы и найдем с вами. Вон там, видишь, вон дверь. Туда наверх. Тоже залазить надо. Нужны, короче, перчатки. Я думаю, то, что здесь вот в кошмарах мы найдем эти перчатки. Ну, или так. А с тобой мы разговаривали? Окей. Вроде ничего не делает. Ладно. Туда вот не прицелиться, да? Никак. И залезть я здесь тоже не могу. Хотя, вон, видишь, столы прифигачены паутиной. Мне туда тоже все равно не залезть. Ладно. Не будем. А вон там, смотри, еще. Ладно, не будем, короче, голову ломать пока что. У нас здесь есть открытые локации, поэтому пойдем туда. Окей, вот здесь вот. А, эту штуку мне тоже не сдвинуть. Я думал, может, просто можно убрать верхний ящик и сдвинуть. Окей. Так. Где у нас локация? Локация у нас, по-моему, внизу, да? Локация у нас, по-моему, внизу. Две штуки. Так, здесь камины. Ладно, вот, одна локация и вон вторая локация. Здесь мы, по-моему, с вами уже двигали, да, все у нас здесь передвинено. Там мы что-то брали, а сюда вот нам... А, мы здесь мы допрыгиваем. Здесь мы, по-моему, ударяли уже. И здесь у нас просто путь наверх, по-моему. А, путь наверх, да, и здесь тоже нужны перчатки. Все, окей. Окей, разобрались. Это я просто вспоминаю. Ладно, погнали. Где у нас внизу, да? Ну, погнали, наверное, вот сюда. Дрон галерея. Короче, какая-то галерея. Погнали. Погнали в галерею. Окей. Информации я больше по игре как бы не нашел. Больше пока ничего не появлялось. Так, окей. Ну да, видишь, здесь без ботинок делать нечего. Окей. Так. Кошмарные обезьяны. Так.
Вот новый вид, короче, обезьян. Помните, я говорил, что будет еще новый вид обезьян? Это вот, кошмарная обезьяна. Они фаерболами, короче, фигачат. Так, и я так предполагаю, надо, чтобы она вот эту штуку разбила. Да. Теперь ее можно убить. Короче, с машинкой вот с этой, получается, обезьяны, они не бесконечны. Я понял фишку в том, что пока мы не решим головоломку, допустим, помните, были платформы, которые нужно было заморозить этим ледяным шаром от макаки. Вот. Пока бы мы это не сделаем, машинка будет печатать и печатать врагов, чтобы как бы, ну, чтобы нам решить головоломку. Вот. Так, это не пинается, да? Окей, и разбить это никак. Окей. Вот. Как бы, они не бесконечные. Ну, они бесконечны до того, пока мы... Пока мы с вами не выполним загадку. Так, погоди. Это на время. Окей. А там наверху нет. Зачем мне эти ящики здесь? Ладно. Окей, на время, но я не понимаю. Что надо будет сделать на время? Погоди. Так. А, вот они задвигались вместе, получается, да? Хлоп. Короче, на время надо было сюда перепрыгнуть. Опа, лава, смотри на этом прям. Так, а внизу ни черта нет, да? Паутина только и все. Окей. Ладно, движемся дальше. Ого, ого. Ага. Ну, нужны перчатки. Лечение. Ого. Ну-ка. Ага, я понял. Блин, так быстро, смотри, она кончается. Окей, я понял. Здесь... Нет. Так, ну хотя можно было вон по тем двум перепрыгнуть, ну ладно. Да что ты? Давай еще раз. Вот сейчас. Оп, отлично. Бегом, 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 бегом. Ништяк. С этих вот шкафов, я надеюсь, никто не вылезет когда-нибудь. Так, а вот обратно как будет попасть, вот неизвестно. Какой-то обход, наверное, должен будет. Опа, 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 опа. Смотри, а у нее уже 4 хп. Или 5, сколько там. Она уже помощнее, да? Так, один рисунок упал туда вниз или нет? Ладно. Не рисунок, а это бумажка. Бумажка. Так. Короче, здесь головоломки связаны, я так понял, с временем. Все на время. Давай-ка здесь сейчас спрыгнем вниз, посмотрим. Ну, внизу здесь больше, в принципе, ничего нет. Здесь, может, какой секретик, нет? Окей. Так, а здесь есть в этом месте? А, ну я двигаюсь... Я пропустил, смотри, этого чувачка, походу. Так, ну я двигаюсь в сторону сферы. Окей. Здесь у нас 6 сфер и 3 челобрека. Окей. Допустим. А, ну вон там. Это мне надо обратно возвращаться, короче, там вот перепрыгивать. Понятно. Погнали. Быстро, 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 быстро. Так. Целься. Хоп. Отлично. Отлично. Ага. Так, погоди, погодь. Мне надо понять, что надо сделать.
Я понял. Здесь, смотри, горит, а здесь не горит. Ну-ка. Отлично, загорелось. Теперь, наверное, можно... Бляха. А фаерболы, наверное, больно бьют, да? Хорошо. Так. Ну, хоть вот эти вот проходы... Не на время. Вот здесь, смотри, подсказка есть. Канделябра. Канделябра. А, ну смотри, здесь можно... Проход есть вниз. Есть еще вот стенку можно пробить. Что будет, если я пробью стенку? Ну-ка. Что у нас здесь? Сфера. Вижу сферу. Так. А здесь что? Там, наверное, дверь, скорее всего, или какой-то проход. Но мне это будет не открыть. Угу. Допустим. Так. Мне нужно... До сферы мне не добраться. Видишь, мне нужны будут эти штуки. Руки. Леха! Опа! Вот это да. Вот это я попал. Смотри, какой пол мраморный. Так. Понятно. А, нет, непонятно. Погоди-ка. Не этот же ящик сюда надо пихать. А надо пихать ящик с этим. С шаром-то, помните? Который тоже светится. Вот это мне не открыть. Да блеха. Не, ну как-то я думаю можно. Погоди-ка. Оп. Хотя фиг знает. В любом случае, мне кажется, нужны перчатки. Мне сначала туда надо, а вот оттуда вон на тот крючок, и можно будет выйти. Скорее всего. Скорее всего, это так. А вот эту штуку можно двигать сюда. Понятно. А, я понял. Опа, опа, опа. Тихо, 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 тихо. Шмяк кто-то. А, я ее просто вырубил, что ли? Ладно. Так, окей. А, надо, получается... Вот эту, наверное... Задвинуть в какую-то сторону, наверное, вот сюда. Ну-ка. Надо отодвинуть так, чтобы потом можно было как-то ее еще двигать. Наверное, я. Так, сюда. Сюда. Можно пнуть. Тут можно пнуть. А, далеко. Так. Наверное, еще чуть-чуть пододвинуть. Вот так. Тут, наверное, можно пнуть. Теперь вот так. И вот тут можно пнуть. Отлично. Так. Так. Ага. И вот мы сделали себе. Ну вот в любом случае мне надо туда. Потому что оттуда я не допрыгну, наверное, до сферы. Так, вот здесь я сейчас заберу еще. И могу, кстати, вернуться наверх. Окей. А, бляха. А вот наверху, там мы еще, там еще что-то, да, было, по-моему. Ну-ка, давай сюда еще сейчас глянем. Ой, ё, я думал здесь будет про. Нифига себе, смотри, а как он туда? Как там раз? А, тут на, понятно. Короче, заблудиться можно. Ого-го, смотри, там еще какие-то сферы непонятные.
Окей. Так, я пока сохраняться не буду. А, это я прошел, короче. Ага, я понял. Ну, потом можно будет сократить, наверное, когда что-то там апгрейдим, наверное. Вот этой штуки сдвинуть. И можно будет... Так, погоди, а как мне... А, я смогу, да, подойти сюда? Так. Ну, оно, смотри, не на время. Ух ты! Нифига себе. Но это уже не на время. Так, ладно, я пока сохраняться не буду. Я сейчас посмотрю. Так, дверца. Погоди, что у нас здесь? Ага, понятно. Там надо будет зажигать. Ясно. Так, что там по карте? Надо карты, карты надо пользоваться. Кстати, смотри. Я не... Бляха. Да что ты, где? О, я недалеко от сферы. А, это та сфера, которую мы не могли взять. Это вон там. Угу. Понятно. Надо, короче, ориентироваться по картам. Это я здесь сейчас разобью. О, здрасте. Так, давай зажги мне вот эту штуку. Бляха, не меня, а ту штуку. Ух ты, падла. На. Кстати, я смотри, наступил вот на эту хрень и... О, я вижу чувака. Все, ништяк. Чувачка мы нашли. А вот эти вот хранители, они, короче, ничего не дают. Ну, как бы, бонусов никаких не дают. Мы их только находим. И все. Так, а эту хрень не сдвинуть, да? Окей. Я почему-то его на карте не видел. Так. Нам туда вот направо, а там сфера есть, и налево есть сфера. Окей. А здесь что за дверь? Пауки! Паучки! Давай попробуй. Смотри, смотри, паутиной плюется. Туда иди. Слег такой. Окей. Так, эти не двигаются. Понятно. Эту штуку я тоже, наверное, выдвинуть не смогу. Ну да. Окей, сюда тоже рано получается. Ладно. Допустим. Так, я оттуда пришел. Здесь что у нас? Опа, здесь у нас... А здесь, наверное, будет проламываться. Надо как-то... Хотя фиг знает, может и не будет. Ага, вон и сохранка. Сюда книгу. Надо будет найти. Ага, и сфера одна. Где-то недалеко. Так, что будет? Открылись проходы. Окей. Так, это что? А, это наверх. А сфера тоже наверху, наверное, нет? Ну, я могу так по обходу. Опа, смотри, там обезьяна шарится. Так, ладно. Окей, где сфера? Сфера у нас находится где-то вот здесь. А, сфера находится на... Где? Сфера находится вон там. Нужна книжка. Ладно, я понял. Там еще внизу вон. Всякого-всякого. Так, а до туда допрыгну, нет? Окей, что попробовать? Давайте, наверное, попробую допрыгнуть. Ну-ка. А, нет. Окей. Смотри, смотри, задвигалась и эта штука. Что-то сама по себе. Так, ладно, давай-ка я сейчас обезьяну. Оп. А, ну она зажгла, получается. Своим фаерболом уже.
все готово. Окей, допустим, мне надо как-то попасть наверх, наверное. Здесь, наверное, перепрыгнуть, я говорю! Бляха. Опасно, опасно. Так, а здесь что? Ага. Ага. Я понял. Эти две двери ведут... Окей. Ладно. Видос подходит к концу. Как раз захилимся. Вот, сохранимся. И продолжим уже, наверное, пойдем за сферами уже в следующей серии. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.